первый раз на моей памяти, чтобы такое было. Там 3-1, может быть, мы ездили, но чтобы 4 подряд ни разу не было. Ну, прикольно. Мне понравилось. Самое сложное было восстановить после джетлага режим сна. Поэтому активно использую мелатонин для того, чтобы ребята высыпались, для того, чтобы вернулись к привычному графику и режиму жизни. Это, наверное, было самое такое основное. А так в плотном графике это всегда тяжело. Больше отдыха, больше восстановления, использование криокамеры для того, чтобы тоже перестроиться. Наверное, основные были критерии. На один из выездов мы съездили, да, на лавочке. Недалеко. А я вот лично за Ваню Ухова болею. Ваня – это просто наше все. Молодец. Из российских игроков, мне кажется, он прям вот показывает класс сейчас. Он ходит со скамейки, всегда помогает. Еще, мне кажется, ни разу не было, чтобы он вышел и что-то испортил. Всегда только усиливает. Сюда! Всем привет! Сегодня с вами Морпех. И на матче ЦСКА «Зенит» мы продолжаем рубрику «Как расшифровать ЦСКА». Но сегодня мы принимаем только неправильные ответы. Знаешь ли ты, как расшифровывается аббревиатура ЦСКА? Центральный. Так. Сакура. Сакура. Календарь. Календарь. Кстати, покупайте календари. ЦСКА вышел, уже продаются. И буква А? Азбука. Централизованный сумасшедший космический аттракцион. Вот так вот. Социональный. Так, социональный. Справедливый, красивый. Красивый. Армейский. Центральный спортивный клуб авантюристов. Интересный приз, потому что этот приз выбирают, голосуют за него болельщики. И приятно, что Нурникель делает такие программы, объединяет болельщиков с командой. И если болельщики за него проголосовали, хотя он вроде недавно только в команде, и уже получил приз болельщиков лучшего игрока за ноябрь, я думаю, это сам за себя уже все говорит, что он очень интересный, полезный и яркий игрок, который нравится болельщикам. Последний раз, когда я был на ЦСКА, тогда еще играл Виталий Фридзон. Я позабыл, на самом деле, эту атмосферу. На Винлайн Сидс вообще отдельный разговор, насколько круто, потому что рядом находится Бровка, тренер. Ты просто чувствуешь этот накал. Тренер просто такой эпатажный, колоритный. Мне прям очень нравится находиться рядом, слушать, как он активно эмоционирует, подбадривает всех ребят. Ну, прикольно, очень классно. Полные трибуны. Я, на самом деле, пожалел о том, что не ходил раньше. Мы все
все друг за друга болели и в те времена, и в эти. И, конечно, я не первый раз на матчах баскетбольных ЦСКА, потому что во все времена ЦСКА являлся лидером, я имею в виду, по баскетболу, и сейчас является. Недаром идет на первом месте. Атмосфера супер, очень много болельщиков, все поддерживают. И особенно такие игры, когда играют первый со вторым местом, конечно, очень интересно. Знаешь, мне понравился молодой парень, вот 23-й номер, Гарданахи, он грек, что ли? Ну, то есть он прям вот вошел в игру и, мне кажется, ее улучшил позиционно. Сделали корректировку, посмотрели видео моментов, где у нас не получалось, и уже, в принципе, хорошо играли. Я думаю, что мы контролируем больше ход встреч. Использовалось очень много тактических опций в нападении и защите. То есть это прям, не смотрите на счет, что там кто-то много забил, игра была на самом деле тяжелая. Мы понимали, где есть преимущества, кого мы хотели привести на заслоны, кого мы хотели видеть в защите из больших, кого мы хотели атаковать в посту, и наши транзиция, и это наше нападение, а наша защита. То есть все было согласовано, и мы меняли защиту по ходу игры, перестраивали ее. Поэтому, я думаю, тоже тяжело было как бы перестраиваться под нас. Обожаю драматургию спорта, и особенно с такой развязкой, очень интересно. Остап и Джекири играли смену на пик-н-роллах Эртела и Хантера. Отлично защищались в этих мисс-мэтчах. Джекири играл хорошо на Эртела. Это нелегко, но он сделал хорошую работу. Кроме нашего плохого процента за три, все равно выиграли эту игру. В концовке наши решения и в нападении были более логичны, чем в последней части четвертой четверти. Делились мячом и ищили слабые точки «Зенита» и там нападали. Были дисциплинированы в этом. I mean, you know, it's always a good game when we play Zenit. You know, Zenit Cska, a lot of history between the two teams. You know, always two of the best teams in the league for years now. So when you play against Zenit, it's going to be a good game. You know, it's going to be a fight. It's not going to be easy, and as you've seen that tonight. Just mellow today. Next time, maybe. Okay. Or I better. Okay.